Национальное телевидение Чувашии и столичная студия «Танцы Джем» объявляют кастинг нового танцевального проекта для детей «Танцы без границ». Лучшие танцоры сойдутся в битве за главный приз. Подробнее в нашем следующем сюжете. Танец – поэма. В ней каждое движение – слово. Не согласиться с этим высказыванием невозможно. Выразить состояние души, передать всю полноту чувств в одном танце – это то, чему будут учиться участники проекта. В течение 8 недель ребята будут оттачивать свое мастерство, а проводниками в мир танца станут лучшие хореографы Чувашии. Любое искусство требует развития. Развитие – это, конечно же, участие в разных конкурсах, кастингах, батлах. Для любого артиста, танцора это очень важно, потому что только там он открывается, там убираются все страхи, блоки, и поэтому танцор раскрывается в танце. Основная цель нашего проекта – это показать свою индивидуальность и раскрыть свои способности, а также получить новый танцевальный опыт. Принять участие в кастинге может каждый в возрасте от 8 до 14 лет. Умение и желание танцевать помогут стать лучшим в борьбе за главный приз – поездку в танцевальный лагерь Star Dance Camp и звание «Лучший танцор Чувашии». Некоторые ребята уже начали подготовку. Я очень сильно переживаю и волнуюсь. Каждый день я отрабатываю движения и добавляю какие-то элементы в этот танец. Если ты активный, энергичный и любишь танцевать, оставляй заявку по номеру 21-81-59 и приходи на кастинг 15 октября в 13:00. Открой себя в танцах! Евгения Егорова, Олег Якимов, Республика.